Классические представления уходят на второй план. Юным челябинцам вместе с героями сказок предлагают найти потерянные вещи и спуститься в подвал в пещеру Бабы-Яги. Альтернативу новогодним утренникам нашли сотрудники исторического музея Челябинска. Бабу-Ягу будем наказывать? Три богатыря! Вот какая она! Страшная! А это откуда? Из последнего богатыря! Ералаш! Это Морозко! Раньше музейная елка проходила в фойе. Провести детей на дебаркадер придумали впервые. Актерами стали экскурсоводы и сотрудники выставочного отдела. Для многих вжиться в образ было легко из-за театрального образования. У нас наши специалисты имеют профильное образование, поэтому с полным правом их можно назвать и актерами, и режиссерами, и звукооператорами. Такой формат утренников очень разбавляет стандартные спектакли. Здесь дети становятся единым целым с актерами. В театре приходится наблюдать все на сцене. Было развлекательно. Это был такой потрясающий квест, потому что его каждый ребенок может запомнить. Я это запомню навсегда и приду сюда снова. Попасть на необычную елку смогут целые классы. Со 2 января пройти новогодний квест смогут уже все желающие.